микроволновка с увеличенным объемом камеры для разогрева, разморозки и приготовления еды. Сегодня в нашем обзоре микроволновая печь под названием Trendy, марки Samsung. Комплектация у нее стандартная. Сама микроволновка, инструкция и гарантийный талон на 3 года. Весит устройство немало – 11,5 килограммов. Объем рабочей камеры увеличенный – 23 литра. Хотя по высоте и ширине печь почти не отличается от 20-литровой, она не для компактной кухни. Объем рассчитан на приготовление блюд для 4-6 человек за раз. На дверце есть ручка для открытия. Ручка белая и маркая. А значит, мыть ее придется часто. Внутри два вентиляционных отверстия, расположенные друг напротив друга. Сзади печки расположен шнур. На панели управления есть дисплей. На нем отображаются время и выбранный режим. Ниже расположены кнопки для выбора автоматических режимов приготовления и разморозки блюд. Диапазон времени – от 10 секунд до часа. Все надписи на панели на русском языке, поэтому разобраться в управлении будет несложно даже детям. Здесь 4 автоматические программы. Они позволяют готовить блюда русской кухни, диетические блюда, напитки, супы и каши. Программу удобно использовать, когда нужно быстро подогреть блюдо, что-то сварить или запечь. Например, утром перед работой. Можно задать свой режим. Для этого установите время и одну из 6 степеней мощности – от 100 до 800 Вт. В печи получится приготовить рис, картофель в мундире, рагу и даже вареники. Это печь с режимом энергосбережения. Есть функция блокировки дверцы от детей и настраиваемый звуковой сигнал по завершению работы микроволновки. Внутренняя камера выполнена из безопасной биокерамической эмали. Ее легко очищать от загрязнений. Достаточно протирать влажной тканью. Микроволновка Samsung Trendy с объемом камеры 23 литра пригодится большой семье, чтобы быстро разогреть и приготовить объемные блюда. Устройство также понравится тем, у кого нет плиты. Настраиваемые мощности и время приготовления помогут сделать любимое блюдо за несколько минут, а биокерамическое покрытие камеры облегчит уход за устройством.